Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 23 сентября 2017 года. Построили мы теплицу арочную. Шириной 2 метра, длиной 5 метров. Один торец у нас глухой, на другом установлена разрезная дверь-форточка. Дальний глухой. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Окраска полимерно-порошковым способом. Арки. Карком приварен усилитель. Вся конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Также установлены две диагонали укосины для большей жесткости каркаса. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,7 плотности. Сегодня у нас 28 сентября 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 2 метра, длиной 4 метра. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С другого торца форточка в торце. Каркас теплицы у нас сделан с профильной трубы 20 на 20. Полимерно-порошковая окраска. Плюс сверху на арках приварен усилитель. Вся обварка деталей выполнена в круговую. Также установлен диагональ укосины для большей жесткости каркаса. Вся конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Лежит на бетонном основании и закреплен с помощью колышков к земле. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Ну вот на этом и все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!